Поговорите с жителями Донбасса. Выходите, поговорите. А простой кто будет оплачивать? Да, поговорите. Чего вы так боитесь? Чего вы так боитесь, а? Это ж надо же. Мы ж мирные, у нас нет ни дубинок, ничего. Почему? Мы же просто написали свои А почему он должен общаться с вами, если он не хочет? А он не хочет. Он не хочет. А вы вообще это пресса? Да. Да. Но если человек не хочет общаться, почему он должен с вами общаться? Диалог, который же вам вообще не относится. Ну я задаю вам вопросы, мы же с вами нормально общались. Но если человек не хочет общаться. В чем дело? В чем дело? Вы меня руками трогаете? Да, вы трогаете меня руками. Вы представьте для начала, Веджик поверните. Вы так и не представили. Да, ему вот нормально. У меня на Веджике написано, читайте. А зачем вы переводите? Ну вы уже прочитали, что вы хотите еще? Вас зовут Екатерина Жемчужная. В чем дело? Девушка, вы Екатерина Жемчужная? Можно? Я не чиновник, я вам не обязан что-то говорить. Очень интересно, когда журналисты перестали иметь обязанности. Спасибо, друзья, спасибо большое. Всего доброго. Всего доброго.